Здравствуйте, меня зовут Сергей Корольков. Я профессиональный коммерческий фотограф, который работает с журналами такими как L'Officiel, Maxim, Playboy, а также веду крупные проекты по съемкам бельевых брендов и одежды. Сегодня я хочу поделиться с вами опытом съемки и начнем мы с портретного жанра, с бьюти. Для этого я пригласил к нам на съемку замечательную известную модель Санкт-Петербурга и Москвы Олю Альберти. Сегодня я буду использовать комплект Falcon Eyes MDK-250, в который входит два источника света и пару зонтов. Для синхронизации вспышки я использую радиосинхронизатор, который вставляю непосредственно в источник света. Они стабильно работают и удобны в использовании. Золотистая поверхность зонта добавляет свету теплых оттенков. Зонт мы будем использовать на отражение, и в итоге получим мягкие тени на модели. Источник света я ставлю под углом 30 градусов по отношению к модели на расстоянии примерно 2 метра. Для начала проведем съемку непосредственно с одним источником света. Устанавливаем диафрагму в районе 7, выдержку 1/160, ISO 200 и начинаем фотографировать. Такие экспо-параметры я выбрал, потому что хочу получить большую глубину резкости и несмазанные кадры. Если у вас получаются переэкспонированные или недоэкспонированные кадры, то можно изменить мощность импульса на вспышках. Основной акцент бьюти-съемки делается на макияже или украшениях. I can't get the girl off my mind, yo. And I think about this girl all the time. It's out to the west side, pushing fat rides, causing no surprise. She got tricks in the stash, stacking up the cash, a fast when it comes to the gas. I by no means average, as long as she got to have it. Дальше мы усложняем световую схему, и для нашей съемки мы используем второй источник света и устанавливаем зонтик. Второй источник будет у нас служить для подсветки волос. И одновременно контровый свет добавит немного объема нашей фотографии. Между собой вспышки синхронизируются с помощью встроенной светоловушки. Мощность этого источника ставим на 1/3 меньше, чем у основного, который работает на лицо модели. Все настройки на фотоаппарате оставляем без изменений. Для получения лучшего результата мы делаем небольшие корректировки по мощности. Baby got him up and all over town. It's Rick Bleach, she don't play around. Cover much ground, get him paid by the pound. Get him paid, he's a 40. Each and every day, it you'll play away. I can't get the girl off my mind, yo. And I think about this girl all the time. It's out to the west side, pushing fat rides, causing no surprise. She got tricks in the stash, stacking.
racking up the cash. I'm fast when it comes to the gas. I by no means average, as long as you got to have it. Cause baby, you're a perfect 10, I wanna get it. I like the way you work it, no diggity, I got to bag it up. I like the way you work it, no diggity, I got to bag it up. Комплект справился со своей задачей, получились отличные фотографии. С вами был Сергей, Оля и Falcon Eyes. И главное, не забывайте снимать крышку объектива. Не спешите выключать наш ролик. А в следующем ролике вы увидите кое-что новенькое. Короче, хорошие фотографии получились, да? Да, с вами были, да, с вами был Сережа и Оля. До свидания. И не спешите выключать наш ролик. Или я, да я знаю, знаю. Да знаю, знаю, знаю. И не забывайте. И помните, главный залог успеха. Первым делом, первым делом.